Число погибших в результате серии взрывов в разных районах Ирака возросло до 25 человек. Более 60 получили ранения, об этом передает агентство Reuters. Один из терактов произошел в центре города Басра. Жертвами стали 5 человек. Столько же погибли при взрыве в северной части страны. Две атаки совершили смертники. Еще одно нападение произошло в городе Насирия. Кроме того, 3 сотрудников правоохранительных органов убили в окрестностях Багдада. Еще 2 человека погибли во время минометного обстрела к западу от столицы. Ответственность за часть нападений взяла на себя ТИГИЛ.